Казахстане появятся еще 4 специальные экономические зоны, сообщил вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан Ерлан Сагадеев. На сегодняшний день в Казахстане существует 10 специальных экономических зон. На сегодня строительство инфраструктуры 6-й СЭС готово и идет подготовка к строительству 4-й СЭС. До сегодняшнего дня в регионах экономическими зонами было реализовано 85 проектов, 72 проекта готовы к завершению. По словам Сагадеева, на развитие специальных экономических зон выделено из бюджета соответствующая сумма денег. Кроме того, 60% средств возвращены назад. Во-первых, у нас 10 СЭС. Им нужен единый бизнес-процесс, соответствующий международным стандартам, чтобы в какую бы ты СЭС ни пришел, ты попал в один и тот же процесс, простой и понятный для инвесторов, раз. Во-вторых, соответствующий международному уровню, который применяется в СЭС по всему миру. Не забывайте, что у нас идет жесткая конкуренция по привлечению инвестиций между странами, включая специальные экономические зоны. Казахстан опередил Грецию и Китай по уровню жизни. В рейтинге, ежегодно составляемом Европейским институтом, наша страна заняла 47-е место, опередив Китай, Грецию и Саудовскую Аравию. Ближайшими соседями Казахстана по рейтингу оказались Бразилия, 46-е место, и Латвия, 48-е. Россия в этом списке лишь на 61-м месте. Лучшей страной для проживания уже несколько лет признается Норвегия. В первую десятку в этом году также вошли Швейцария, Канада, Швеция, Новая Зеландия, Дания, Австралия, Финляндия, Нидерланды и другие. США всего лишь на 11-м месте. Рост ВВП Казахстана в 2014 году замедлится до 4,5%. Снижение темпов роста экономики будет связано в том числе со снижением объемов нефтедобычи и замедлением российской экономики. Пересмотр прогноза по рейтингам Казахстана отражает точку зрения агентства относительно ухудшения ситуации в монетарной сфере и ослабления соответствующего механизма денежной трансмиссии. По мнению агентств, это привело к волатильности денежно-кредитного рынка, дефициту ликвидности в национальной валюте, в то время как политика в отношении обменного курса ужесточилась. Около 200 миллионов долларов не возвращено в республику в 2013 году из-за рубежа, по данным Генеральной прокуратуры. Работа уполномоченных органов по обеспечению репатриации валюты из-за границы организована не на должном уровне. Общая сумма невозвращенной валюты только за прошлый год составила порядка 200 миллионов долларов, сообщил Даулбаев. Между тем, по его словам, из 149 материалов о невозврате валюте, направленных подразделениями Национального банка Республики Казахстан в финансовую полицию, только по 16 возбуждены уголовные дела. Из Китая в республику ввезено овощей и фруктов более чем на 15 миллионов долларов. Основной объем перемещаемой продукции из КНР составляют томаты – около 29%, яблоки – около 21%, огурцы – 19,5%, перец – чуть свыше 9% и капуста – 3,8%, а также другие овощи. Таможенные органы предпринимают все необходимые меры по сокращению времени таможенного оформления в пункте пропуска. Вместе с тем, таможенные органы республики не намерены допускать бесконтрольного перемещения плодовочной продукции. К ней применяются процедуры таможенного оформления и контроля, предусмотренные действующим законодательством. Акционеры Кашагана заключили с правительством Республики Казахстан меморандум об этапах освоения месторождений. Стороны также пришли к соглашению обсуждать казахстанское содержание и производственные возможности проекта. Участниками Северо-Каспийского консорциума являются КМГ Казахстан, АГИР, ExxonMobil Казахстан и другие. Осенью прошлого года добыча на месторождении Кашаган была приостановлена почти сразу после начала его разработки в связи с чередой аварий на газопроводе. По последним заявлениям правительства Республики Казахстан, добыча на Кашагане может возобновиться не ранее конца 2015 года. Кредиты на покупку жилья начнут снова выдавать с 9 июня. Максимальная сумма кредита до 70% от стоимости квартиры. Их выдачу приостановили 1 октября прошлого года. Кредиты будут выдаваться на срок до 15 лет под 37,5% годовых. Максимальная сумма кредита – 75% от стоимости покупаемого жилья. А для многодетных семей с несовершеннолетними детьми – 95%. Правда, банк уточняет, что все зависит от платежеспособности клиента.
Инвестиции в нефтяную отрасль на востоке России превысят 1 триллион долларов за 20 лет. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович, выступая на мировом нефтяном конгрессе в Москве. По его словам, доля в нефтепоставках на востоке страны увеличится с 12 до 23%. Что же касается газа, акцент также делается на развитии месторождений в Восточной Сибири, прежде всего с акцентом на экспорт страны АТР. Таким образом, доля СПГ в структуре экспорта из Российской Федерации вырастет с 6 до 30%. Прогнозируемый объем инвестиций в отрасль составит 700 миллионов долларов. Платежная система PayPal заработает в Беларуси. В ближайшие дни жители Беларуси могут открыть счета в PayPal и начать совершать платежи на миллионах сайтов по всему миру без необходимости ввода данных банковских карт. Таким образом, платежная система PayPal будет доступна в 203 странах. Ее пользователями являются более 148 миллионов человек. Ежедневно в ней обрабатывается более 9 миллионов платежей. PayPal работает с 26 национальными валютами. Центробанк предсказал российской экономике ускорение с 2016 года. 16 июня Центробанк понизил прогноз по росту ВВП Российской Федерации в этом году до 0,4%. По мнению главы Центрального банка Набибуллиной, восстановление темпов экономического роста в последующие годы будет идти медленно, при этом будут восстанавливаться инвестиции, а влияние чистого экспорта может снизиться до нуля или небольших отрицательных значений. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России рассчитывает на ускорение роста российской экономики в следующем году до 2,5-3%, с ожидаемых в этом году 0,5%. Число проверок в Беларуси уменьшится почти на четверть. Во втором полугодии нынешнего года число проверок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 3000. В сравнении с первым полугодием этого года на 24,8%. Около 16% субъектов предпринимательской деятельности, включенных в координационные планы, будут проверяться совместно с участием нескольких контролирующих органов. В соответствии с законодательством проверка субъектов хозяйствования длится в среднем до 30 дней, индивидуальных предпринимателей – до 15. Цены на нефть Brent близки к максимуму 9 месяцев – около 113 долларов за баррель из-за напряженности, вызванной атаками суннитских боевиков в Ираке, занимающим второе место среди стран ОПЕК по добыче нефти. Фьючерсы на Brent с поставкой в августе подорожали до 112 долларов 60 центов за баррель, а фьючерсы на VTI – до 107 долларов 1 цента. А в воскресенье сунниты захватили город на северо-западе Ирака, и, по мнению аналитиков, угрозы добычи нефти, которая производится в сотнях километров к югу от мест сражений, пока нет. Прогноз по росту экономики США значительно снижен экспертами Международного валютного фонда. Согласно новым оценкам, американская экономика должна вырасти за год на 2%. Прогноз роста на будущий год пока сохранен на уровне 3%. Ухудшение ситуации в этом году фонд связывает с целым рядом факторов. Среди них суровая зима, жилищный рынок, который никак не может оправиться после недавних потрясений, а также ослабление внешнего спроса. При этом в фонде считают, что замедление темпов роста в начале года уже сменилось новым подскоком экономической активности. Израиль потерял 1 миллиард долларов из-за неформальных санкций против России. В отличие от поставок военной продукции Китаю, оборонные сделки Израиля с Россией не требуют отдельного согласования с США. Но учитывать интересы своего ближайшего союзника Тель-Авиву все равно приходится. Из-за замораживания оборонного сотрудничества с Россией, Израиль теряет не только деньги, но и существенный рычаг влияния на политику Москвы на Ближнем Востоке, благодаря которому ранее удавалось отменить поставку систем ПВО Ирану. Кроме того, фактически замороженным оказался договор о сотрудничестве в космической сфере, подписанной странами в 2011 году. Китайские компании стали крупнейшими заемщиками в мире. По итогам прошлого года корпоративная задолженность в Китае превысила 14 триллионов долларов. Он обогнал по этому показателю США. По итогам прошлого года Китай обогнал США по объему корпоративных долгов. Таким образом, теперь в Китае объем корпоративного долга больше, чем в другой стране мира. Кроме того, по подсчетам, к 2016 году задолженность азиатских компаний окажется выше, чем у организаций из Северной Америки и Европы вместе взятых. Также ожидается, что с нынешнего момента по конец 2017 года китайские компании займут 20 триллионов долларов. Этому тренду способствует готовность китайских властей разрешать связанные с ними организациям выпускать долговые ценные бумаги. Инфляция в еврозоне снизилась до минимума за 5 лет. Она составила 0,5% в пересчете на годовые темпы. Рост потребительских цен в странах валютного блока в месячном выражении составил 0,7%. Стоимость электроэнергии не изменилась в мае после падения на 1,2% в предыдущем месяце. Цена на продукты питания, алкоголь и табачные изделия повысилась на 0,1% после повышения на 0,7% в апреле. По сравнению с апрелем, потребительские цены в мае снизились на 0,1%, как и прогнозировалось. В апреле рост цен составил 0,2%.